Как бы попытка снять видео, как сделать глубокую чашку. Ну, там под что-то там, под дичь. Вагончик тоже я деревянный. Хочу сделать вагончик, такую деревянную посуду. А-ля кантри. Ну вот, начну сейчас делать и снимать об этом видео. Станок слабенький, поэтому приходится вот так вот играться. Мотор перегревается. Дерево черемуха, причем лежало года три, наверное, сохло под открытым небом. Это должно быть хорошо, сильно его вести не должно. Это та же самая черемуха, с которой я делал первые тарелки года 2-3 назад. Вот сейчас она как бы вылежалась прямо там, да. От ствола еще кусочек отпилил. Сейчас придать что-то подобие цилиндрической формы. Много снимать нельзя, потому что и так все это греется. Сейчас пока снег, конечно. Примерно полчаса точишь, час даешь отдохнуть. Она все перегревается. Сейчас как бы первичная форма придана, здесь немножко осталось, я это пока оставляю, но симметрия уже какая-то соблюдается. Сейчас я в этот момент обычно выбираю из таких больших чашек немного отсюда из середины. Для чего? Исключительно для того, чтобы облегчить заготовку, потому что у меня уже мотор теплый. Мне по идее сейчас, я вот сейчас дерану здесь до ровного. Вот, и на час оставлю, он будет делать чехол для лопаты. Поскольку инвестиционная программа у нас только 10-го утверждается, до 10-го у меня, значит, решений по работе не будет. Поэтому можно вполне поделать чашечки. Вот такая у нас беда в капитализме. Ладно. Ну, это вообще так делать, конечно, нельзя, но вот просто интересно, как стружка летит. Мне нужно двумя руками держаться, конечно, это просто только чисто для видео, поскольку нету оператора, к сожалению. Вот как бы заготовке придана болванка, первичная форма, сейчас торец отшлифуем, потому что потом к нему не будет, будет не подобраться. Вот это вот посадочное место, сюда будет держалка заходить. Немножко глубоко его сделано, да бог-то с ним. Что теперь убирать, что ли? Ну, это вот середины выбрал, что выбрал. Больше выбирать не буду. Сейчас открепляю. Ставлю крепеж. Вот говорят, количество стружки пропорционально таланту того самого токаря. Ну, это вот... Ну, вот как бы продолжаем выбирать середину. Вот таким вот образом. Не сильно, на небольших оборотах, потому что как бы теперь она крепится и достаточно тяжелая, крепится с торца на распорке, а не на болтах, поэтому так аккуратненько. Ну ладно, это я двумя руками потом покажу.
как бы вроде бы все задано, все сделано. Нитка пищевая, поэтому бортик выводится плоский. Бортик отстёк. Обработаю маслом и поверху воском. Ну вот, получилась такая тарелочка. Сейчас я ее обработаю маслом. Сверху воском с этой стороны, снизу, а изнутри только растительным маслом. У меня есть такое масло для дерева. Я им обработаю. Как оно называется? Пелова это. Черт его знает. Льняное. Во. Ну вот. И с помощью его сейчас проявлю фактуру, потом сниму еще раз. Ну что, благодаря или путем отсечения всего лишнего на свет появилось вот такое творение деревянного зодчества, из которого имею намерение есть уху, бравую дичь на охоте, ну и же просто закусывать. Как бы вот так вот. Да здравствует Ленинградский институт авиационного приборостроения, который выпускает специалистов широкого профиля.